Так, и опять продолжаем играть с босницем. Неплохо вроде бы играет. Да, ну сильнее меня. Тут без вопросов. Ну, конечно, еще чуть-чуть тяжелее, когда под зависть это все, но тем не менее. Вот этот вариант, который играл против Кирилла, Рэба, обычно, не против тебя. Против тебя любой вариант игры. Обычно... Я в атомную силен. В атом? Ну, даже в атомной, на самом деле. Чуть попроще мне. Так, ну можно это бить? Ой-ой-ой. Слон d7 приходит, что ли? Это было зёвнуто, видимо. Это да. Ну, король f8, а чё? Что надо меньше рассуждать об этих, об атомных. Я думаю, может, какой-то удастся какой-то трюк придумать. Ну, нет, ну, если король f8, это плохая позиция, тут понятно, всё. Ну, ладья просто не выходит, а позиция более-менее открытая, понимаешь, в чём проблема? Ну, как-то, может быть, слон f6, ладью, там, король g7. Как-то вот такие. Мне кажется, надо брать, да, и пытаться слон f6, король g7. В развитии отстану, но... Вот. Что? Король g7, потом ладья ладья f8, король g8, слон g7. 7 темпов. Я, конечно, понимаю, выглядит тупо, но интересно. Это выглядит тупо, начиная с самого начала, если честно. Эти интриги как никого не удивило. Не, ну, это слишком, конечно. Так, как-то ферзя на b6, наверное. Слишком-слишком медленно. c7, да? Я, черная была бы хорошая позиция, если ходов стоп, 5. А конь e6, это не зёвнуто было? Что? Конь e6. f7. Печаль. Ты о чем вообще? Ладно, неважно, проехали. Проехали. Да нет, это ужасная позиция. Я пытаюсь что-то с ней сделать, но... Ох, какая красивая тактика. А в чем идея? Ну, бить нельзя на c3, да? Да и 5 нельзя играть из-за слона 6. Или можно. Ну, король... А, ну, хочет... Не успели мы чуть ладью выковырять. Не хочется сожрать фигуру. И получить мат. Как, что ты думаешь по этому поводу? Я за. Ну, для радости хотя бы, да? Ну, конечно. Мне не очень жалко сейчас рейтинг, я не знаю почему. Спровоцируем. Да, взяли. Взяли. Ну где тут мат, я не увидел. Ну а где-то 3. Ну где-то 3, мат не грозит. А, да, слон там. А не, он сначала выбьет наш на d7, а потом ладья d3 пойдет. Он d7 с темпом получит. Вообще, я думаю, что ладья d3 правильный ход, да. Вообще, я думаю, что ладью побить, это я не видел. Это конец, конечно. Я не видел, что ладью берет, удивительно. Считал, наверное, ладья d3 тоже выигрывает, но, конечно, так сильнее. Хоть по времени на парк. Да, я отходил на секундочку. Это безнадежная позиция, потому что он ладью взял наш 8, Кирилл. Я понял. Ну, не удалось. Ну да, хоть порадовали, заиграли. Ну бей на c3, чё? Ферзь f8, ладья d5. Ну, значит, надо держать поле f8, что выбора-то немного. Ферзь e7? Или ферзь c5? e7, наверное. Чтобы еще поле h4 держать. Как коня развить, вот я не пойму. Как вообще вот эта позиция может играть, я не понимаю. Нужно, знаешь, что делать? Нужно держать. Держать флаг нужно в первую очередь. И пытаться рубить его. Вообще, я хотел предложить это вот твой гениальнейший план. А5, ладья А6. А? Как-то жертвовать этого коня. Ладно, b6 игра. А может в какой-то момент придется жертвовать его, нет? Чтобы мат дать как-нибудь. Сейчас ладья d8. А, нет, 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 нет. Он ладья h4 хочет пойти, правда. Это беда, видимо. g5. А, стоп, ребята, подождите, там же... Мы же можем так пойти. Ну вот, жертва. Он доигрался, если честно. Так, а в чем идея? Не, ну сейчас у него все равно лучше, но это уже будет борьба на 3 результата. Ну... Ну, две фигуры за ладью.
И слон активный. Ну, конь, правда, уродец. Роль ужасная, черный, в этом проблема. Но не в коне. Ладья h4, король g5, там по все тяжкие. И, ну, по сравнению с тем, что было, это просто, ну... Шедевр. Как-то... Как-то слона надо на f3 поставить, нет? Ну, если что, теперь король уже спрячется вот сюда. Конь, если конь пойдет через себя, сейчас, если конь пойдет... А смотри, какая ладья. Смотри, какая ладья на h4, этим пользоваться надо. Да, если конь сейчас пойдет, то будет еще одна лучше. К сожалению, жертвует еще одну пешку. К сожалению. Или ладьей побьет. А в чем идея? Стоп, ну конь e4 же есть. От, такой. Пешку жалко. А, конь e4 сильнее был ход, ладно. Взял. А почему именно эту? Ну все, здесь победа. Здесь все понятно, ребят. Ну, кстати, такая партия с большим количеством ошибок. Не, ну это, по-моему, нереальный камбэк, если честно. Шахматный камбэк. Так и назовем это. Какие-то шахи бесполезные. Я пытаюсь просто так поставить фигуру, чтобы можно было примувить. В этом вся идея. Ну все. Всем спасибо за внимание.